к концу 2021 год. Благодаря блогеру Алексею и моему модераторству уже во второй раз мне выпадает возможность поздравить вас, живущих в разных городах и даже в разных странах, с наступающим Новым годом. От нас уходит бык, упертый и такой достаточно своеобразный, и приходит красивый, величественный, черный водяной тигр. Так позже, в наступившем году, с вами перейдет только все хорошее. Самое главное, чтобы все были здоровы в это непростое время. И пусть новогодняя ночь будет у вас волшебной. Заглянув под елочку, вы достанете подарок, и там будет то, о чем вы желаете, о чем вы мечтаете. Ваше сокровенное желание. Поздравляю еще раз вас всех с 2022 годом, годом водяного черного тигра. И пусть у вас будет все только самое хорошее.